спот еще не полностью подсох, как можно, собственно, видеть. Вот, в принципе-то и этот можно прыгать уже. Сюрприз небольшой был. Спустя некоторое количество дней у нас вчера почти весь снег растаял, и мы провели какой-никакой субботник. Погнали, попробуем, съедем ту съежули, которую я в том году сделал. Фу-ху-ху. Вообще кайф. Вон туда вроде бы. Так, собственно, мы сейчас снимали видос со стороны на камеру, и я очень хорошо раскатался, ни разу не проехал на GoPro эту трассу с ежулю. Поэтому вот под конец дня решил, пока мышцы не забыли, как ее ехать, проехать ее с GoPro с записью. Но немножко не по траектории, но примерно так. Уставать начал, поэтому, наверное, надо осадить. Уже небезопасно. Воу! Ебаться, улыбаться! Че, парни, кто в этом году его первый будет прыгать? Я. Ты? Я уже собрался ехать. Да не, вроде нету. А. Ну как бы. Погнали, хули. Еду. Вот-вот, я так же. Ну да, у меня какое-то говно налипло, во, прям чувствуется дисбаланс. Ну, блять, все равно не долетел. А, то есть он прям вот так пидорил. Врубай. Попробуй сейчас долететь. Во,
Ебать! Никогда бы я бы не остановился. О! 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 Тебе продать. О. Ебать ты по гоночному. Ой, блядь, а что позади? Едем. Да, я сейчас прям кайфанул. Вот это я саданул. Увидел нас и решил это. Выебнуться решил. Получилось. Да, да, да. Короче, Арсен сейчас будет тестить вот эту вот новую перестроенную кочечку. Много ходов. Так, сейчас дубль 2. Первый раз Арс перелетел его вообще нахер туда. Сейчас он поменьше ходов будет. Попробует взять. Быстровато, мне кажется. О! Арс говорил, что он отсюда разгонялся. Две таких вялых крутки делал и пулял. Я пробую так же. Ух, бля! Я на подкате пенек педали цепанул. О, да! Оп! 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 О! Вообще огонь! Когда перекопал картошки в деревне. Не, я пишу, если честно. Стой, поднимайся! Твою мать. Да что ты не падаешь, блядь?